Трое в лодке, не считая испуга. На Волге в районе турбазы Дубрава спасли тонущих отдыхающих. Сотрудники ГИМС и ОМОН, которые совместно патрулировали акваторию у Чердым, услышали крики о помощи. Достаточно далеко от берега в воде барахтались трое мужчин 30-35 лет. Спасатели вытащили тонущих из реки. Пострадавшие рассказали, что катались на весельной лодке, которую взяли на прокат на турбазе. На данной лодке трое отдыхающих, возвращаясь на базу, решили поменяться местами. В результате чего произошло опрокидывание лодки. Трое граждан оказались на воде вместе с личными вещами. Во время патрулирования акватории, где-то в вечернее время, примерно в районе 18:30-19:00, мы услышали доносящиеся звуки о помощи. Примерно в метрах 300 от нас. Потом подошел сотрудник ГИМС на своем катере. И мы помогли вытащить людей из воды и передали сотрудникам ГИМС. Мужчины были очень напуганы, но помощь подоспела быстро, и в больницу никого отправлять не пришлось. Известно, что в лодке были спасательные жилеты, но туристы, оказавшись в воде, так растерялись, что не смогли ими воспользоваться. Между тем, за период навигации 2015 только в Воскресенском районе зафиксированы 7 происшествий на воде. 2 человека погибли. По словам сотрудников ГИМС, основная причина ЧП – нарушение правил безопасности, отсутствие спасательных средств и просто беспечное отношение к собственной жизни.